Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прядко и Анатолий Петрук. И сегодня мы поговорим о проблеме микотоксинов и о борьбе с этой проблемой. Микотоксины – это вторичные продукты метаболизма плесневых грибов, таких как фузариум, пенициллиум, аспергиллюс. Микотоксины нарушают метаболизм белков, жиров, тормозят минеральный обмен, ослабляют иммунитет. Самые распространенные микотоксины, которые негативно могут влиять на здоровье молочного скота, это афлатоксин, вомитоксин, зеаролинон, токсин Т2, фуманизин и охротоксин А. Такие вещества могут вызывать такие патологические состояния, как ламиниты, вагиниты, атрофию и кисты яичников, аборты, кровотечение в ЖКТ, жировое перерождение печени, диарею. В масштабах стада заражение микотоксинами может проявляться уменьшением потребления корма, снижением продуктивности без изменения рациона, скачками уровня надоев, ухудшением оплодотворяемости, появлением симптомов ацидоза, увеличением заболеваемости по стаду. Заражение кормов микотоксинами может проходить на разных технологических стадиях кормопроизводства, на поле, при транспортировке, а также при сохранении. Наиболее часто микотоксинами поражаются зерновые, такие как кукуруза, пшеница, ячмень, овес, соевый шрот и подсолнечный макух. Микотоксины накапливаются в организме и могут усиливать действие друг друга. Несмотря на то, что часть микотоксинов разрушается в рубце у жвачных, все равно нельзя считать, что молочный скот нечувствительный к этому виду токсинов. Наиболее чувствительными к микотоксинам считаются телята до 6 месяцев, стельные и высокопродуктивные коровы. Для решения этой проблемы во всем мире используют адсорбенты. Их действие заключается в связывании микотоксин, не давая им всасываться в кровь, и выведением их из организма в неизмененном состоянии. Адсорбенты активизируются в ЖКТ. Мы используем инсорб фирмы ABM Trade. В его состав входят силикат аммония, бета-D-глюканы, моноолигополисахариды, клетки стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae, ферментный комплекс энтеросорбент. Мы даем инсорб в дозе 1 кг на тонну. Если сильное загрязнение, дозу увеличиваем вдвое. Друзья, обращайте внимание на такую проблему, как микотоксины. Используйте качественные адсорбенты и берегите своих животных. До свидания. Я не помню, это токсин Т2. Токсин Т2, фуманизин. И охротоксин. Чекай. И охротоксин А. Такие